это очень больно. Не хочу говорить ничего, не хочу комментировать, хочу просто делать тебе больно. Сейчас надо типа полукруг, вот так. Я ничего не делаю пока. Я поцарапал. Друзья, всем привет. С вами Ваня, оператор. Короче, прошло 1.5 года с момента, когда я делал последнюю, как это сейчас принято говорить, крайнюю татуировку. Я за последние 1.5 года ничего вообще, я не трогал ни ручку, ни карандаш, я ничего не писал, не рисовал, не делал. И сегодня я делаю вот этот эскиз на жопе у этого пацана. И вопрос остается таким же, может ли каждый делать татуировки, или это дано не всем? Друзья, мы делаем это снова. Последние 1.5 года я не трогал ни карандаша, ни ручку. Я не занимался рисунком. Мне кажется, я вообще забыл, что такое татуировка и тату-машинка. Поэтому сегодня мы в очередной раз даем мне в руки машинки. Мне Диман поможет побрить жопу, собрать тату-машинки, налить краску. Переведу я, чтобы вы понимали. Да, переведет Диман, чтобы постараться сделать максимально четко и красиво. Но вы помните прошлый выпуск? Если нет, то вот он. Вы помните, как это было в прошлый раз? Попробуем. Ну, типа, нет ничего, что могло бы сделать мою татуировку лучше, потому что последний раз я забивал именно тогда. Может быть, через 1.5 года волшебным образом я стал делать татуировки лучше. Но может быть, у него на жопе сегодня вечером будет полный пи***ц. Вань, я впервые трогаю мужскую жопу. А я впервые буду колоть иголки в мужскую жопу. Вот так, смотри, да? Оставайтесь с нами до конца и приготовьтесь к полному пи***цу. Поехали. Я бы на самом деле встал около камеры и типа сказал, но я не буду говорить что-то на камеру на фоне жопы мужской, поэтому подождите пару кадров, и я типа расскажу свои впечатления. Итак, тачка заряжена, все готово. Единственное, что я хочу сделать, это, во-первых, снять кофту, потому что будет пи***ц жарко. Я, как обычно, вспотею, потому что, ну, это стресс в любом случае. Первый пункт выполнен, а теперь, чтобы потом не утомиться на монтаже, мы заклеим скотчем вот эту вот промежность, чтобы не приходилось весь ролик блюрить ее. И, короче, надо упрощать в любом случае. Да ну! YouTube, помни, что мы стараемся для тебя. Ну что, погнали, надеваем перчатки и начинаем... вваливать на жопе этого пацана охуенный стиль. А может быть и нет. Ну что, друзья, погнали. Я думаю, надо начать с капли, потому что, ну, она маленькая, и типа ее, может быть, еще поправить. Помню про вазелин, помню, что надо растягивать. На жопе очень сложно. Как ее сильнее растянуть-то? Ну, тяни прям максимум, как можно. Блять, не дергайся. А я не могу. Блять. Ну не дергайся, я пожалуйста. Я не могу не дергаться, она сама. Еще раз. Ты, блять, куда ты уходишь? Держись. Окружность, кстати, ровная. Нормально. Оказалось, что жопа сокращается, пи***ц, не знаю, типа, либо Макс меня наебает, либо она действительно сокращается. Попробуем сейчас сделать вторую каплю. Окружность, кстати, неплохая получилась, как по мне. Мы потом протрем, как она и плохая. Ну, единственное, он дергается очень сильно, а так все классно, будем продолжать. Приступаем ко второй капле. Будет больно, терпи. У меня уже 1.5 года опыта не было. У меня 1.5 года опыта не было, но я помню про вазелин, поэтому погнали. Очень тяжело, он просто дергается, и типа как будто бы это не во мне проблема, а проблема вот в нем. Не умею так круто держать жопу мужскую, чтобы она не дергалась. Ну что, друзья, третья капелька, мне кажется, она пройдет просто увереннейшим образом. Дергайся, б***ь! Она прошла неуверенно. Сжал булки?
Но я очень быстро ее провел. Мои комментарии: никогда не делайте татуировки на задницах. А, ты уже капли сделал? Я капли сделал, все. Очень быстро. Обращайтесь ко мне за очень быстрыми и плохими, на самом деле, пока татуировками. Через год я сделаю еще круче. Вот 100%. А сейчас мы будем делать круг. Поэтому идите ближе. Посмотрим, как я умею делать круги. Сейчас буду вести ручку кинжала. И вот эта вот часть, которая не ручка, а вот надручка. Не знаю, для чего она нужна. Кто знает, упор называется. Как? Упор. Чтобы, когда вы поиреете чувака, у вас не соскользнула рука, нужна вот эта тема. А вот эта тема нужна, чтобы сделать очень больно вот эту тему. Поэтому погнали. Ваня, это очень больно! Не хочу говорить ничего, не хочу комментировать, хочу просто делать тебе больно, блядь. Сейчас надо типа полукруг, вот так. Да я ничего не делаю пока. Я поцарапал, пи***ь. Не дергай, пи***ь. Готов? Нет. Ай, ну, друзья, Иван Король Полос в здании. Титул нужен мне определенно, потому что просто посмотрите на это. Это, мне кажется, самая ровная кривая, которую я делал когда-либо в жизни. Самые большие проблемы у меня в татуировке, в одной, которую я делал, это в рукоятке. Сначала мы проведем маленькую полоску, которую я забыл провести. А теперь мы проведем рукоятку. Честно, кто, во-первых, ожидал увидеть этот ролик спустя полтора года, и кто ожидал, что такая ручка у меня получится? Серьезно, последние полтора года я ничего не делал, я не рисовал. Я, кажется, я даже, типа, текст не писал ручкой, как в школе, я, типа, все на компе делаю. Может быть, все-таки татуировки может делать каждый. Если вы думаете, что я тренировался, то, значит, вам не страшно прийти ко мне на сеанс, раз я так тренировался, и проверить все на себе. Хотите, записывайтесь, без проблем. Внизу будет ссылка на мой инстаграм. Пишите, сделаю вам татуировки больно, грязно и некрасиво. Нет. Осталось сердце, я постараюсь сделать это максимально ровно. Видели только что мои полосы, и если это получится не треугольник, а что-то похожее хотя бы на сердце, то будет классно. Скорее всего, это будет просто нож, воткнутый в геометрическую фигуру. Друзья, очень длинная полоса будет, моя любимая, самая вот прям вот так. Но я не буду по кругу вести, но вот типа вот эту полосу тут сантиметров 5-6 проведу. Полностью? Ну не полностью, не полностью. Полосками мне сложно. Друзья, мы закончили с контурами. Капли полная жесть. Ручка очень круто. Сердце, ну, как будто просто один рубец большой. И пока я помню, я всю расходную часть на этот ролик заказывал на сайте 28 Opt, потому что там самые низкие цены, быстрая доставка и вообще это классные ребята. И, кстати, для начинающих тату-мастеров, таких как я, на сайте мы вместе с Димой собрали свой тату-набор для начинающих. И по промокоду ZBT вам будет бесплатная доставка. Поэтому переходите, заказывайте. И давайте вместе со мной уже делать татуировки, а то как бы, мне как будто одному стыдно за вас всех. Те, кто не умеет делать татуировки, но очень хотят. Отбиваюсь я за вас, дисреспекты в свой адрес получаю я за вас, поэтому давайте уже делать татуировки вместе. А мы тем временем приступаем к тенюхам, набираем красочки. We'll be right back.
крутые тени. Слушай, да классные тени. Ты посмотри на это. Я предлагаю вам оставить на суд решение о вопросе, может ли делать татуировки каждый. Но, по-моему, судя по рукоятке, их может делать каждый. Судя по сердцу, нет. Судя по каплям, запрещено вообще делать татуировки в этой стране. Ко мне можно записаться, потому что Макс сказал, а вдруг ты полтора года тренировался? Я говорю, окей, чуваки, если вы уверены в том, что я полтора года тренировался, записывайтесь и проверяйте на себе. Я свое дело делаю правильно, но очень не умею. Уверена, да. Я уверен в том, что это говно, поэтому... Если вы хотите попасть ко мне на татуировку, без проблем. Если не хотите, то вы адекватный человек. Поставьте лайк, напишите комментарий о том, как вообще это прошло. Совсем забыл сказать о том, что эскиз данной татуировки мне помог реализовать Дима Астанин. Ну как помог, он ее полностью нарисовал. Я просто играю в раскраску здесь. Может быть, все-таки в следующем разе, через год или полтора, я не буду делать нож, или снова я буду делать нож. Увидимся через год. Полтора.